Дорогие друзья, я, наверное, один из самых больших долгожителей лагеря смены. Я здесь первый раз побывал в 2002 году. Еще совершенно даже поселка Суко толком не было. Были какие-то отдельные строения, а лагерь уже был. Поэтому я искренне желаю лагерю смена быть и оставаться интересным, ярким, насыщенным и привлекательным для детей.